честь Международного дня повара в Уссурийске прошел кулинарный баттл. 19 участников из разных школ города соревновались друг с другом в приготовлении холодных бутербродов и закусок. На создание кулинарного шедевра всего час. Кажется, для простого бутерброда времени предостаточно. Но по правилам нужно не только нарезать, но и обжарить хлеб, подготовить начинку. В этом году рекордное количество, вот обычно всегда чуть поменьше было, в этом году уже 19 участников и даже 2 мальчика начали сегодня в этом году пришли к нам. То есть среди мужчин тоже растет популяризация нашей профессии повар-кондитер. Конкурс профессионального мастерства «Юный кулинар-2023» собрал школьников 7 и 9 классов. Юные, но талантливые повара продемонстрировали технику бутербродостроения, чтобы было вкусно и красиво, и отходов по минимуму. Почему вы решили себя попробовать именно в поварской профессии? Изначально нравилось или какая-то другая причина? Просто я хорошо готовлю, вот меня и выбрали в школе. А дальнейший путь вы планируете как-то связать с этой профессией? Возможно. В завершении кулинарного баттла участники получили памятные сертификаты, а победитель забрал главный приз – бесплатное и внеконкурсное поступление в местный колледж, где сможет и дальше прокачивать свои профессиональные умения в готовке.